честь праздника Дня народного единства юным жителям города повезло получить свой первый паспорт гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. На мероприятии прозвучали слова о важности нового этапа жизни подростков и об ответственности, которая теперь возлагается на юных саровчан. На особом событии присутствовали родители и близкие. На вас с этого времени накладываются определенные обязанности. В соответствии с действующим законодательством по ряду статьи Уголовного кодекса вы подлежите уголовной ответственности на общих основаниях. Так что, я думаю, вы все добропорядочные граждане, и мы с вами будем встречаться только при положительных моментах. Хочу пожелать вам, чтобы и вы на своем пути совершали как можно больше благих дел, как можно больше говорили добрые слова, совершали те поступки, которые будут и для вас, и для ваших родителей, которые за вас ответственны, были такими вот радостными и счастливыми. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем вы возрастали и телесно, и интеллектуально, и духовно. Торжественное мероприятие прошло в музее МВД. Помимо первого документа, 14-летние граждане получили нужные подарки – обложку для паспорта и Конституцию Российской Федерации. Для меня это значит очень большая ответственность, потому что теперь, когда я получил паспорт, я несу огромную ответственность за себя, за свои поступки и в целом за свою дальнейшую жизнь, то, что я делаю. Если я потеряю паспорт, то я потеряю очень многое. Поэтому это уже совершенно другой этап. После торжественной церемонии для ребят и их родителей провели экскурсию по музею МВД. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.